Здравствуйте, друзья! Сегодня 3 февраля 2022 года, и мы снова находимся на Троекуровском кладбище. Ну, многие из вас знают, что не так давно, точнее 2 дня назад, похоронили известного легендарного советского актера, которого, ну, многие знают, помнят, любят. Это Леонид Вячеславович Куравлев. Похоронили его на Троекуровском кладбище рядом с любимой женой Ниночкой. Хотел купить цветочки, там вот при входе на Троекуровское находится магазинчик. Думаю, ну, посмотрю, что почем. Знаете, ребята, что-то как-то вот эти вот веночки, букетики по 12 тысяч как-то мне не очень зашли. Видимо, надо было с собой взять цветочки купить. Погодка прохладненькая, как всегда, экстрим. Поэтому жду от вас лайки. А там уже, когда прибуду к могиле, я тогда постараюсь какой-нибудь рассказик вам добавить. Почитал информацию о Леониде Вячеславовиче и что-нибудь сейчас интересненькое попробую рассказать. Пошлите. Пить хочу. Можете хотеть, но вода только для работников института. Вы работник института? Нет. Тогда разговор закончен. Пей, Леха. Тоже читал, что по желанию родственников Леонида Вячеславовича похороны проходили в закрытом формате. То есть не допускались посторонние люди. Все проходило достаточно скромно. Леонид Вячеславович скончался 30 января 2022 года. Остановилось сердце. Его жена Ниночка, Нина Васильевна Куравлева, которую он любил. Единственная жена, единственная его любовь, с которой они прожили вместе 52 года. Познакомились они еще совсем юными, когда Леониду Вячеславовичу было 16 лет, а Нине Васильевне, Ниночке, его любимой, было аж всего 13 лет. Вот, и спустя время они потом поженились. У них родилось 2 детишек. Это старшая дочка Катерина, младший сын Василий. Василия Леонид Вячеславович назвал в честь любимого своего режиссера Василия Шукшина, с которым они тоже в свое время дружили хорошо. В 2012 году, в апреле, по-моему, да, 5 апреля скончалась его жена Ниночка, Нина Васильевна.
два инфаркта было. Причем я читал информацию, что инфаркты были перенесенные на ногах, то есть как бы врачи упустили тот момент, а когда спохватились и сделали срочную операцию, то, к сожалению, все равно Нину Васильевну не удалось спасти. И любимая Ниночка Леонида Вячеславовича Куравлева, к сожалению, умерла. Ну и после ее смерти актер очень сильно замкнулся. Можно сказать, что жизнь потеряла всякий смысл без Ниночки. Его жизнь разделилась на до и после. Когда любимая его Ниночка умерла, он остался один, одинешенек, в пятикомнатной квартире в Москве. Переехал туда его старшая дочка, чтобы быть рядом, чтобы помогать папе, чтобы как-то скрасить время одиночества. Ну и помогать, конечно же. Сниматься он практически последние года вообще нигде не снимался. Вытащить его куда-то на телеэкран было практически нереально. Плюс со временем и из-за возраста, конечно же, развились всякие разные болячки неприятные. Знаю, что была операция на желудок серьезная. К сожалению, с возрастом у Леонида Вячеславовича деменция развилась. Это такая очень серьезная, неприятная штука. Дети отдали Леонида Вячеславовича в пансионат, в дом престарелых. Хороший пансионат. Ну, где за ним присматривали, где ему было намного комфортней. Хоть, ну, люди обвиняют детей Леонида Вячеславовича в том, что якобы как так можно взять отца, сбагрить куда-то. На самом деле ему было там намного лучше, потому что там, ну, там специалисты за ним присматривали, потому что у человека развилась деменция, плюс и другие всякие болячки. В общем-то, там было ему намного лучше и комфортней. Пансионат этот в Филях находится, и в пансионате он хватанул ковид. Пневмония, ну, ковид, пневмония, вся вот эта тема, инфекция. С инфекцией справились, но, к сожалению, после перенесенного вот этого ковида Леонида Вячеславовича обострились его хронические болячки. То же самое касается и деменции, он перестал узнавать родственников, перестал вставать с постели. И вот 30 января его сердце остановилось. Знаю, тоже читал, что очень были какие-то последнее время у него очень натянутые отношения с его дочерью Екатериной. Это уже, знаете, чисто, наверное, семейные какие-то разборки, терки. Плюс, учитывая то, что человеку было 85 лет, учитывая то, что была деменция, все равно характер, капризы вот эти все старческие, сами понимаете, наверное, да. Веночек от Союза кинематографистов. Веночек от киноконцерта Мосфильм Леонид Вячеславович Куравлёв. Очень скромно проходила панихида. Не было никаких аплодисментов, когда выносили гроб. Все было очень скромненько, тихо. Похоронили рядом с любимой его женой, как он и хотел. Если помните, последний раз я снимал тут на Троекуровском как раз-таки. Тут как раз была вот эта вот памятник, который сам Леонид Вячеславович заказывал. И по его наставлению там было набито его имя. Памятника сейчас, как видите, нет в наличии. Видимо, его отдали, ну, добивать там даты смерти, все это. Ну, в общем, это участок 6, прям рядышком табличка находится, 6 участочек. Здесь покоится Леонид Вячеславович Куравлев. Некрополь Троекурова. Там вот еще вот такой вот из трубы дымок идет. Как думаете, что это за дымок? Абсолютно верно, кого-то кремируют. Такая вот красота.
Сейчас проходил мимо магазинчика, который находится на территории Троекуровского, где стоят памятники, которые можно заказать. Ребят, ценники 200 тысяч, 1 миллион 300 такой, знаете, вот небольшой камень, естественно. Я немножко офигел от цен, конечно. Поэтому, ребята, всем здоровья. Всем здоровья, идемте на выход. Троекуровское кладбище, февраль 2022 года. До новых встреч, пока.